Добрый день. Вас действительно интересует, как изменить жизнь к лучшему? Ну тогда первые два шага в этом направлении вы уже сделали. Первое, вы задали себе вопрос, что вас что-то в этой жизни не устраивает, и ее нужно как-то изменить. Второй, вы нашли это видео. Вы знаете, чем отличается обычный человек от миллионера или миллиардера? Они отличаются одной очень маленькой, но существенной особенностью. Те несколько миллионов долларов, которые родители каждому человеку дали при рождении, именно столько стоит организм человека, если его разобрать на запчасти и потом по новой собрать. Но человек-миллиардер, он эффективно, он тратит из этого банка здоровья копейки и получает миллионы или миллиарды долларов. Миллионер менее эффективен в этом процессе. И самый неэффективный – это обычный человек. Но мотивация у всех есть. Каждый человек имеет мотивацию, он хочет жить лучше, а лучше у нас знак равенства, зарабатываем больше. Вопрос в чем? Можете вы больше заработать в единицу времени? Чаще всего это украл называется. Вы можете зарабатывать больше на протяжении жизни. Это называется эффективность работы. Вот помочь вам работать более эффективно, зарабатывать более эффективно деньги и зарабатывать более продолжительное время могу я. И вы можете, конечно, подписаться на мой канал, просмотреть примерно 300 видео. Они каждый день их становится все больше и больше. А можете записаться на индивидуальную консультацию, контакты вы видите, обращайтесь. Я помогу скомпенсировать тот уровень здоровья, который вы имеете, и подскажу вам, как распорядиться более эффективно теми деньгами, тем запасом денег по банку здоровья, который вы имеете. Чтобы вам хватило на дольше, чтобы вы могли стать, если вы обычный человек, чтобы вы могли стать потенциальным миллионером, если миллионер, может быть и миллиардером. Вот. Поэтому, если вас это интересует, пожалуйста, вы можете подписываться на канал, можете обращаться по тем контактам, которые вы видите перед собой.